Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Стоимость ОСАГО повысят 13 сентября, сообщает Центробанк. Тарифный коридор для легковых автомобилей расширят на 26%. С 1646 до 7535 рублей. Основная причина изменений – рост цен на запчасти в условиях их дефицита. При этом регулятор уверяет, что аккуратные водители с большим опытом могут и не заметить увеличение стоимости автогражданки. В первую очередь это коснется автовладельцев с высоким риском участия в ДТП. Еще об обязательной автостраховке. Из разных регионов страны стали поступать сообщения о том, что страховщики отказываются продавать ОСАГО водителям с минимальным стажем. В частности, такое фиксируется в регионах Сибири и Дальнего Востока. Непосредственно в офисе страховой компании якобы качать права бесполезно. Ограничение заложено в программу, она просто не позволяет внести данные новичка в систему. Юристы советуют обращаться с жалобой в Центральный банк. Уже есть случаи, когда регулятор наложил на страховщика штрафные санкции. Обновленную «Лада Веста» с приставкой NG, о начале продаж которой «АвтоВАЗ» официально не объявлял, заметили у некоторых дилеров Тольяттинского завода. Например, в Москве за машину просят 2 миллиона 300 тысяч рублей. Такая «Веста» оснащена 106-сильным бензиновым мотором и вариатором. В перечне оборудования есть круиз и климат-контроль, датчики дождя и света, полный электропакет. Старт массового производства модели намечен на 2023 год. Mercedes-Benz G-класса возглавил список премиальных кроссоверов и внедорожников, которые за последние три года подорожали ощутимее всего. Перечень составило агентство «Автостат». По его данным, гелендвагены 2019 года выпуска с 4-литровым мотором прибавили в цене к сегодняшнему дню 80 с лишним процентов. Если посмотреть объявления на Авито, то цены на такие автомобили начинаются примерно от 15 миллионов рублей. Второе место, плюс 74%, досталось тоже гелику, только в версии AMG, также от 15 миллионов. На третьей строчке разместился Porsche Cayenne, который подорожал почти на 70%. Его продавцы оценивают минимум в 7-8 миллионов. А жительница Ростова отсудила у ГИБДД 800 тысяч рублей за пропавший автомобиль. Произошедшее не сразу укладывается в голове. Еще 6 лет назад женщина приобрела за указанную сумму Mitsubishi ASX и приехала ставить его на учет. Инспекторы обнаружили, что у кроссовера перебит ВИН-номер. Машина была изъята. 3 месяца она простояла рядом с МРЭО, а затем испарилась. Виновником исчезновения суд признал полицию. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».